Всем привет. Приехала вот такая вот посылочка. Принес курьер прям домой. Написано портабле радио. Портативное радио. Сейчас откроем, посмотрим, что там нам курьер принес. Курьер нам доставил вот такое вот радио. Модель радио Т205, сделано в Китае. Данное радио читает с внешних носителей, это USB, SD, TFT карты. Качество MP3 плеера может использоваться. В комплекте идет такой вот шнурок для зарядки, для подключения компьютера, AUX шнурок. Такая вот защелочка. И само радио. Вот здесь вот USB разъемчик, разъемчик для карт памяти. С этой стороны для больших карт памяти, здесь для зарядочки разъемчик, здесь для наушника, здесь для AUX. Так, здесь находится батарейка. Это аккумулятор BL5S. От телефона Nokia. Проверим заряд аккумулятора. Три восемь, аккумулятор севший. На улице сильный мороз, радио все холодное, -38 у нас сегодня. Штучка вот сюда вот вставляется, защелкивается, можно одевать на пояс, его носить. Пожалуйста. Довольно-таки громко радио играет. Уверенный прием, даже на сложенной антенне. Нажал какую-то комбинацию кнопок, не понял сам какую. Началась автонастройка каналов. Настраивает, сохраняет. Все, нашел все каналы. Так, это у нас какой канал? Первый канал, второй канал, третий, четвертый, пятый. Либо просто так можно листать. Очень громко радио для такого маленького размера.
работает даже со сложенной антенной. Очень уверенный прием. Сейчас попробуем флешечку подключить. Оп, такая флешечку, пошла загрузочка. Все, поехала музычка. Следующий. Все работает. Выбираем радио, играет радио. Нажимаем еще раз, загрузочка пошла. Идет USB. Выключаем. Попробуем зарядить. Включил на зарядку. Засветилось здесь красненьким. Все заряжается. Радио заказывал на AliExpress. На этом распаковочка и обзор завершены. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.